Всем привет! Обзор журнала «Автомир» номер 20 за 23 сентября 2016 года. Стоил журнал 16 гривен 50 копеек. И приятного просмотра. Ford Mustang у нас в номере такой желтый, красивый автомобиль для тех, кто знает цену страстям, но умеет держать их в узде. Узде. Странное слово. Сравнительный тест Skoda Octavia Kombi против Kia Ceed SV. Peugeot 2008. Кто сказал, что это кроссовер? И автосервис. Приятного просмотра. Содержание автомобилей номера я расскажу по ходу этого номера. О журнале. Новости сентября 2016 года. Автомобиль недели. Рено Калеос. Вот такая красивейшая картинка. Вот сам Рено у нас такой вот красивый. Вот картинка еще такая. Такой вот новый Рено Калеос. Салон. Текст. Это у нас второй ряд сидений. Вообще красивейшая картинка. Топ-10 самых быстрых автомобилей в Украине. Porsche 911 за 4 секунды разгоняется до сотни. Audi RS7 Sportback. Какой это там Quattro 3,9 секунд. Aston Martin за 3,9 секунд. Aston Martin еще один за 3,9 секунд. BMW M4 за 3,8 секунд до сотни. Mercedes AMG GTS за 3,8 секунд до сотни. Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4-Matic за 3,7 секунд. Audi R8 V 10 плюс за 3,2 секунды. Porsche 911 Turbo S за 2,9 секунд. И Nissan GT-R за 2,7 секунд разгоняется до сотни. Первое знакомство. Ford Mustang. Украшение спортивного. Вот у нас мощность. Подожди. Мощности 421 лошадиная сила, разгон до сотни за 4,8 секунд, цена 1 миллион 976 тысяч гривен. Кнопочки разные, руль, мульти. Такая вот такое. Салон. Такая картинка. Задняя часть, размеры, плюсы и минусы. Багажный отсек. Так, второй ряд сидений. Чем богаты тет-а-тет Kia Ceed SV и Skoda Octavia Kombi? Kia мощность 130 лошадиных сил, разгон до сотни за 11 секунд и 8, цена 501 тысяча гривен. Skoda Octavia Kombi 150 лошадиных сил, разгон до сотни за 8,1 секунду, цена 607 тысяч гривен. Багажники Шкоды и Кии. Салон Шкоды и салон Кии. И задние части, а также плюсы и минусы Кии, плюсы и минусы Шкоды. Выводы. Всем привет, это продолжение обзора журнала «Автомир». Мини-тест Peugeot 2008. Ну так вот, Peugeot. Вы видите на экранах сейчас первое знакомство с этим Peugeot. Знакомство прошло. Короче, у этого Peugeot технические данные. Вот такие вот. Я также у него, где я тут видел. Подожди. Автоматическое КПП шестиступенчатый. Вот это у него КПП. Вот, как можем заметить, такой салон. Такого Peugeot, такая мультимедиа, печка. И задняя часть. Выводы. Классная реклама канистр. Авторынок Lexus LX 570 с 2007 года выпуска. Вот такой вот Lexus красивый. Кузов, двигатель, подвеска. Задняя часть. С 2007 года по 2011 годы выпускался дорестайлинговая модель. А вообще с 2007 по 2016 год.
Помните о то первое знакомство, песчаная буря, обзор называется, о том мы с ним знакомились с новым поколением. А это старый салон у него, технические данные, новая решетка X-образная у Лексуса, вот. А тут в 2007 году ее еще не было. А тут уже появилась, так, первые такие прототипы нормальные. Ну, с 2012 по 2015 год. Ну, можно считать по 16 даже. Вот такая вот задняя часть новая. Дисплейчики у него есть. Это у нас... Давайте посмотрим, чтобы я точно сказал. Вот. Ща. Надеюсь, тут оно есть. Где трансмиссия, не вижу. А трансмиссии тут я не... Подожди. Трансмиссия... Шестиступенчатый автомат. Вот он. Шестиступенчатый автомат. Путешествие. Швейцария, да? Подожди. Швейцария, да. Путешествие на Land Rover. Автосервис. Автовокруг. Автомагазин. Мнение эксперта. И анонс на следующий выпуск. Автомобиль недели. Шкода Кодиак. Кодиак, да. Первое знакомство Toyota Corolla, тет-а-тет, Lexus NX, BMW X3, Land Rover Discovery, выставка и автоправа, ну а также анекдоты. Ну на этом уже все.